Мы уже согласовали персонажей. Это будет код. Она будет там с Телеграма, будет возможность в нее переходить, как вот эти вот таполки, да, сейчас вот идут. Все это технически нам сделают, но чуть позже. Первая картинка, которую вы будете видеть, вот человек заходит, сидит котик, и перед ним 6 боксов. То есть игра, игра, геймбокс, да. Бокс — это коробка, да, в дословном переводе. Перед нами 6 коробок. 2 оранжевые, 4 зеленые. И вот задача этого кота — переходить из уровня в уровень. Человека вы подключили за $1, и одна коробка у вас открывается, оранжевая. При этом на котике на вашем появляются памперсы. То есть подключился второй человек, у вас, у котика появилось молочко, ему нужно, помимо того, что одеваться, ему нужно кушать, чтобы крепнуть, чтобы переходить из уровня в уровень и начинать зарабатывать деньги. Второй уровень. Появляются шортики, маечка, сандалики. То есть видно, что это котик маленький. Также нарастает энергия. И когда летит $2 вам, да, двойки, у вас открывается банковский счет. И там такое вот у вас на игровом поле такое, ну, как бы окошечко, что это банковский счет. И что вам банковский перевод. Вам пришло $2. Пополнение вашего счета на $2. Как бы уведомление у вас на поле. Встретить там идет джинсики, там, знаете, рубашечка, такой вот он уже. И четвертый уровень, он уже такой, уже достаточно подросший, он в брюках, рубашка, и на банковском счете у него отражается, что он отправляет банковский перевод отцу, деду и прадеду. Прикиньте, поддерживает своих предков. Это трехуровневая рефералка на четвертом уровне. Отцу, деду, прадеду. То есть и навсегда у вас остается, да, вот это вот окошко, где вы видите, которые вам приходят начисления, то есть уведомления о начислениях. Вы видите состояние банковского счета, сколько вы потратили, да, сколько у вас осталось, и сколько ревка у вас уходит постоянно. Отцу, деду, прадеду, ну, прям вот такой котик молодец, он всех там своих, и папу, и дедушку, и прадедушку деньгами поддерживает. Вот. Вот такой. Потом он переходит, то есть он уже достаточно такой, у него уже появляются аксессуары. Пиджак, золотая цепь, галстук, там что-то, часы, да. Ну и к последней он сидит в джакузи, пьет там мартини, или что это, ну, в общем, с бокалом, да, и у него так пальчик красиво, на нем золотая цепочка, там что-то, какие-то очки, часы золотые, и он сидит. И как только вам начисляется первые $10,000, ванна начинает наполняться деньгами. То есть он как будто в этом ванне не в воде, да, а в бабках сидит. Там вот такие эти.